Всем приветики. Есть у меня такой талант. В общем, я умею рыгать. Ну, как это выглядит на самом деле? Вот. В общем, как это сделать? Ну, то есть, как этому научиться? Рыгать в тот момент, когда вам этого захочется сделать. Ну, просто так, по приколу чисто. В общем, вы задерживаете дыхание. Задерживаете дыхание носом. И при этом закрываете рот и задерживаете дыхание. Дальше вы начинаете горлом втягивать воздух. То есть вы задержали дыхание носом, закрыли рот. И когда у вас полностью перекрыт воздух носом и ртом, начинаете ртом тянуть воздух. И как бы пытаясь в горло втянуть комок воздуха. Ну, типа так вот. Ну, и это получается один раз. Ну, то есть вы не сможете за один... То есть вы втянули один раз рыгнули, потом опять втянули. То есть каждый раз, чтобы рыгнуть, нужно заново втягивать воздух. И получается, вот вы задержали дыхание, закрыли рот. И горлом вот тянется воздух. Видите, горло опускается. Я горлом тяну воздух. И слышно такое, типа, как туда прямо заходит воздух. Вот я. Но при этом у меня нос и рот не дышат. Но я ртом, закрытым ртом, тяну воздух, не дыша носом при этом. Не, ну это жестко на самом деле со стороны. Но прикольно, в любой момент можно типа рыгнуть. Ну вот, но я не знаю, как это будет на практике, как это вообще, ну по идее, ну, как это будет, ну, тот, кто будет это делать, для меня это легко, потому что я умею. Пытаюсь объяснить, как это делается, а тому, кто, если захочет повторить, не знаю, легко ли это будет, для меня это вообще легко, очень легко. Типа, задержал дыхание носом, закрыл рот и тянешь ртом, закрытым ртом воздух. Ну да, получается, рот закрыт, и ты в глотку, хотя, если ты не умеешь, то может быть сложно понять, как это в горло затянуть воздух. Кто-то, может быть, попытается дышать, но надо не дышать, а именно глотнуть как бы воздух. О, это уже последствия, это уже само от того, что... Ну, типа, ты балуешься с этим воздухом, и все-таки это дает о себе знать. Вот. Вообще, получается... Ну, получается, не то, что как бы вдох... Это как бы не вдох, когда ты у тебя закрыт рот. Ты как бы не так ты вот вдох делаешь, а так ты делаешь не вдох, а именно вот, ну как бы не вдох, а как бы тянешь просто глоткой в себя воздух, так бы, как бы. Ну, блин. Ну, я, как это сказать, ну да, вроде тянешь, как это вот правильно, чтобы... Ну именно горлом получается тянешь, когда у тебя все задержано дыхание, просто горлом тянешь, как бы так вот, и оно должно захватить, ты прямо почувствуешь ком такой в горле засел, и когда ты открываешь рот, этот ком это и есть воздух, и он просто выходит в виде отрыжки, вот. Такие дела. Надеюсь, понятно объяснил. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.